День добрый. Очередной обзор. Новинка 2016 года. Хук, мотоцикл. Dirt bike. Настоящая тачка. Электрическая, в уменьшенном виде. Мощный двигатель позволяет разгонять мотоцикл километров до 25. Мощнейший аппарат. Движок в нем стоит 500-ваттный. 36 вольт. Технические данные. Тормоз задний дисковый, тормоз передний дисковый, тросики на правую, на левую ручку. Удобная ручка газа, полностью обхватываете акселератор. Удобная функция — ограничитель скорости 8 километров, 16 и 21. Выбирайте любой режим, забирайте ключ. Ребенок ничего не сделает, не уменьшит, не увеличит, будет кататься с такой скоростью. Плавное ускорение, зарядка удобная, не надо никуда лезть. Воткнули, заряжается мотик. Подставка, сидушку мягкую сделали, удобно. Индикатор заряда батареи показывает, насколько аккумулятор заряжен. Передние амортизаторы. Задний амортизатор. Настоящий мотоцикл, только уменьшенная копия. Удобно снимается бокс аккумуляторный. Ручечка. И вытаскивается полностью. Можно заряжать отдельно бокс, можно заряжать на мотоцикле. Зарядное гнездо здесь очень удобно. Модель мощная. Тянет 90-килограммового человека. Но не надо забывать, что это детская игрушка. Спасибо большое. Заходите на сайт. Звоните, покажем, расскажем, привезем.